А в краеведческом музее сегодня обсуждали перспективы развития старой части города. За круглым столом собрались представители администрации, СМИ, краеведы, преподаватели и студенты учебных заведений Северодвинска. Цель встречи – привлечь внимание к развитию старого города, в том числе и в сфере туризма. В этом очень помогает движение «Народный экскурсовод». Пешеходные прогулки как с профессиональными краеведами, так и со специально обученными волонтерами могут заинтересовать потенциальных туристов. Чего хотят люди? Люди хотят красоты, а старый город не эстетичный. И поэтому для того, чтобы пешеходная экскурсия по старому городу понравилась, надо людям, которые приходят, обладать каким-то запасом, багажом знаний, какими-то личными воспоминаниями. Это наш вклад в сохранение истории старого города. Вот оно и есть. Сохраняем историю, сохраняем память. Невозможно сохранить дома, давайте сохранять память. Память сотрудники музея сохраняют выставками. Например, прежде чем идти на пешеходную экскурсию, загляните на экспозицию «Молотовск-Северодвинск. 20 век». Она открылась в феврале 2017 года и действует постоянно. Также участники встречи обсудили историческое значение дома Пикуля и каким старый город видят творческие жители. Например, фотовыставка Владимира Богданова, посвященная именно старому городу, уже готовится к открытию.